Я приветствую всех на канале Анекдоты да Икоты от Рамона Коржова. Ю-ху! И для вас, мои дорогие зрители, мои подписчики, сегодня анекдот. Поехали! Парень с девушкой встречается уже месяц, и она его приглашает к себе в гости домой. Ну, он приходит, стучится, открытая дверь, заходит, смотрит, а там ее сестра. Она говорит: проходи, проходи. Не стесняйся. Ну, он зашел в кухню, присел, с ней сидит. Она так разговаривает любезно. А потом говорит: ты знаешь, мою сестру, смотри, какая я красивая, какая я сексуальная. Смотри, какая у меня грудь, какое у меня тело. Идем со мной. Берет, снимает трусики и вот так бросает. Говорит: я жду тебя в спальне. И пошла. А парень думает: ё-моё, что же делать? Развернулся и пошел к машине. Идет, идет, и тут бах! Отец! Отец ее! Он говорит: слушай, подожди, говорит, все отлично! Обнимает так, говорит: молодец, ты прошел экзамен. Мы видим, мы верим, что ты уже, ну, по-настоящему любишь нашу дочку. А я сам думаю: блин, хорошо, что я в машине презервативы спрятал.